Школа юного предпринимателя переместилась в детский сад. Знакомиться с понятиями «бизнес», «предприниматель» дошкольники учились в игровой форме бизнес-центра кота Васи. Но для этого вам нужно отгадать пин-код. Я знаю. Первое число больше 6, но меньше, мяу, 8. 7. Наши ребята думают... В сказочной форме ребята осваивали элементарные экономические понятия. По мнению организаторов, это позволит им подготовиться к школе, а в дальнейшем использовать навыки в умении планировать бюджет, иметь представление о доходах и расходах. А пока до практического применения полученных знаний далеко, малыши фантазируют, проявляют творческую способность, познают новое, обогащают словарный запас. Мы с вами поиграем в игру. Это модель расходов. Зеленое поле – это обязательные расходы, которые нам необходимы в первую очередь. А желтое поле – это необязательные расходы, без которых мы с вами можем обойтись. Призом для ребят стал стакан молока из магазина кота Васи. Подобные мероприятия в детском саду не редкость. Малышам рассказывают о профессиях, денежных знаках недавнего прошлого и настоящего. Развлекательным и познавательным стал просмотр презентаций в магазине, на рынке, знакомство с банкоматом и правилам работы с ним. Увлекательны для малышей сюжетные игры, супермаркет, рынок, аукцион, чтение художественной литературы, дудочка и кувшинчик, сказка о рыбаке и рыбке, морозко.